редакцию «Час без родителей» пригласили в ресторан. Здесь мы познакомились с ребятами с детского дома номер 3. Удивительный праздник для ребят подготовили благотворительный фонд Туризбекова и ресторан. Эта акция прошла под названием «Все профессии важны, все профессии нужны». Нам показали кулинарный мастер-класс приготовление пиццы. Сперва делаю тесто, а потом буду пасту ложить. Потом буду сыр и колбасу и помидор. Мы все на время стали настоящими поварятами. А пока готовилась пицца, к нам в гости пришли фиксики, с которыми было весело и интересно. Поделились с нами ребята, этот праздник они не забудут никогда, а пиццу будут готовить сами, а подарки от фонда будут беречь на память.